Здарова, друзья, с вами Влад Капуста. Сегодня я совместно с вами хотел бы пооткрывать крутейшие наборы, которые у нас доступны в игре, где есть шансы выбивать ультимейт тоти игроков. Прежде чем мы начнем, я напоминаю каждому из вас, я даю возможность одному из вас стать обладателем звездного абонемента, где находится карточка КК. Неважно, сколько вы просмотров наберете, завтра у меня в телеграм-канале будут находиться результаты на этот абонемент. Так что принимайте участие всего лишь с вас. Обязательно подписка на мой YouTube канал, подписаться на мой Telegram канал, поставить палец вверх и написать всего лишь один комментарий. Но ни в коем случае не забывайте открывать ваши подписки. Если вы их скрыли, то сори, я даю другому человеку ваш приз. Если вдруг наберется 30 тысяч просмотров за сутки, разыграю улучшенный звездный абонемент, а не обычный. Так что покажите свою максималочку, все зависит именно от вас. Либо улучшенный, либо обычный абонемент звездный разыграю вам. Но если вы испытываете проблемы с покупкой звездного абонемента, то вы можете приобретать все официальным путем через меня и через мой магазин, который находится в ссылках в описании. Покупая через меня, вы покупаете только официальным путем. Левые люди на ваши аккаунты ни в коем случае не заходят. Смотрите, какой у нас баг существует в игре. Если вы дали ваш аккаунт, то со временем к вам человек незнакомый может в будущем даже заходить на ваш аккаунт, если вы поменяете пароли. Поэтому ни в коем случае не рискуйте. Покупайте только у проверенных людей. Также через меня, через мой магазин вы можете приобретать FIFA Points в неограниченных количествах. Через меня можно покупать ограниченные предложения, которые доступны нам в этом разделе, и также приветственный набор, где находится карточка Киллиана Мбаппе. За приведенных друзей в мой магазин вы будете получать дополнительные скидки и деньги на ваш баланс. Если что, ссылочка на мой магазин находится в описании. Пользуйтесь и получайте самый лучший товар. Откроем у моего подписчика наборы, там где ультимейт тоти игроки выпадают и жетончики даются. Узнаем, что будет падать отсюда. Хочу выбить карточку Месси либо Мбаппе. Я не знаю, смогу, не смогу. Попытка не пытка, поэтому давайте мы совместно с вами будем пробовать. Узнаем, а вдруг повезет. Хоть одного ультимейт тоти игрока выбьем. Здесь ЛВ или НАП будет. Кстати, Харикейна карточка не особо высокий рейтинг, 107 все лишь. Ну... что есть, то есть. Хотя бы вот так вот, на самом деле, почему нет? Продолжаем открывать, смотрим, что будет падать. Пожалуйста, если можно, удача, подвернись, подвернись. Плиз. Бельгия! Вратарь! 111 вратарь! Разорвал! Хорошо! Вот это вот я понимаю, нормально так. Ейспорт, за что вы творите? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, 423 миллиона монет от... Ай-яй-яй-яй-яй, жесть, просто жесть, что тут творится? Я думаю, подписчик будет в шоке от того, что я открыл у него. Мне кажется, реально, это разрыв, это лучший выпуск у меня на канале, походу, будет. 111 рейтинг вратаря выпал, нихера себе. Друзья, напоминаю, то, что через меня можно покупать FIFA Points, и огромная вероятность, то, что вам такие игроки будут выпадать. 111 наконец-то выбил, по-братски Еспорт со мной поступили в этот раз. Красота-то какая, дальше уже хер там что нормально будет падать. Вот, то, о чем я вам и говорил. Чеха карточка 107. Блин, ну это разрыв, реально разрыв. Жесть. Охренеть, я не ожидал такого поворота событий. Реально, я не ожидал такого. Продолжаю открывать. Это какие-то магические паки, друзья, рекомендую всем вам открывать их. Бывает говно, конечно, редко выпадает, а бывает прям, ну, супер-пупер. Италия, ЦП. Да ну не гони! Не гони! Не гони! Не гони! 110-й первый отсюда еще и падает! Это что за пакобанин такой? Кому ты расскажешь, хер поверят мне! Ты что, такое вообще возможно, чтобы было у нас в игре? Людь! Что сейчас происходит? Ходит тут 170 для баф, 170. На базу так залетают к нам. Охренеть, я думаю, то, что подписчик будет сегодня в лютом шоке. Я просто не представляю, что он мне скажет после того, как я подкрываю у него вот эти вот все наборы. Я думаю, он реально охренеет, скажет, Влад, что ты сотворил? Но сейчас уже дичь полнейшая будет падать, но все равно две офигенные карточки выпал, просто две. Да-да, трекер, да, трекер! Да-да, такое не может быть, как это? Мне выпала Тибо Куртуа карточка. Выпала карточка Пирло или Вояшна. Это невозможно. Это невозможно. Это реально невозможно. Мой подписчик будет сегодня в лютом шоке. Я просто не представляю. Я понимаю, что он сразу карточку или Вояшна будет сливать. Но ё-моё.
Вы представьте, сколько ему сейчас монет заработал. 320 лямов. 320, 400 лямов. И 100 с чем-то. Да охереть. Я думаю, мой подписчик сегодня реально скажет: Влад, ты просто разорвал эту версию FIFA Mobile и сделал то, что вот никто еще не повторял такого. 15 тысяч поинтов. Но сейчас уже самый дерьмовый набор будет, походу. Вот прям самый-самый дерьмовый набор, который я открывал. Сейчас, походу, чемпионат мира будет вообще игрок. Не, Португалия, ЦЗшник или ЛЗшник, ППшник, ну фиг с ним, типа, ничего интересного нету. Ну ё-моё, это что за лютейший пакопенинг такой? Ё-моё, я не представляю, какие эмоции будут у моего подписчика сейчас после такого всего, то, что он увидит. Но мне кажется, он реально будет в шоке. Я не представляю просто, как вот можно на это отреагировать без шока. Давайте проверим вообще, реально ли продать этих игроков. Рынок. Мои игроки. Карточка Львояшна, посмотрим, сколько стоит. 320 лямов. Реально ли его за 320 слить на рынке? Да, за 300 лямчиков улетит! Хорош! А Тибо Куртуа? 423. Ну, Тибо Куртуа... Ух, 444 миллиона монет. Скажу честно, я бы Тибо карточку оставил. Яшна и первого, возможно, продал бы. Так. За 160 лямов, хорошо. И кого мы там еще выбивали? Раз, два, три. Три игроков только выбили хороших. Ну и вот и фиг продашь. Ну это шок, честно, такой контент. Но, может быть, я бы даже вообще поступил бы как, я бы продал бы сразу этих трех игроков. И сделал бы такой состав людей, что тут можно из таких игроков такой состав просто сварганить, что я не знаю. Я даже не представляю, насколько сильно может мой подписчик улучшить свой состав, благодаря тому, что я у него подкрывал эти паки. Ух, что сотворили мы сегодня с вами, это что-то невероятное, походу. Капец. Решил не записывать, как я сделал клиенту 15 тысяч поинтов, и тут на тебе, выпадает карточка Ван Дейка 111 уровня. Многие из вас говорили, что Влад, с таких наборов ничего годного не выпадает и так далее. На самом деле все четко, выпадает все круто. Блин, ну карточка Ван Дейка 111, почему я не записал в начале? Я не понимаю, надо всегда записывать, видимо, для того, чтобы вам сделать самую наилучшую, наикрутейшую нарезку с вот этих вот наборов, где находится 15 тысяч поинтов, и плюс еще дополнительно 107 рейтингов, и по 112. 15 тысяч поинтов и 107 плюс игрок! Кто выпадет из этого пака? Есть ли шанс на высокого рейтинга игрока? Центральный защитник, не гони, не гони, не гони! 111! Нет, подлюка, 108 Ван Дейк! Чуть-чуть не хватило, подписчику открывал не на запись, выпала 111 рейтинг карточка. Почему мне 108 выпадает? Что за нефар такой, блин? Откроем наборчик, там где находится 15 тысяч поинтов и также тот игрок. Абсолютно любой игрок может выпасть из этого пака. Бразилия. Вратарь, Алисона карточка. 108 рейтинг. Ну, понятное дело. 22 миллиона монет, кстати, довольно-таки неплохо. Продолжаем открывать наборы по 15 тысяч, игрока Тоти. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Что будет в этом паке? Бразилия, да не гони, снова вратарь. ЛВшник. С Принца Жермена. 108 рейтинг. А 107 Неймара. 18 миллионов монет на данном этапе стоит карточка Неймарчик. Чуть-чуть подупали цены на игроков. Продолжаю открывать эти наборы. 7500, принесите мне удачу. Да, ну не гони, ну... Ой, 107 рейтинг игрока, ну что ж за дичь такая? Нападающий Окса и Роналду карточка. 107 рейтинга. Увы, увы. Ну, такая жизнь. Пробую еще раз открыть набор. 7500. Англия, ЛВшник. Ну, ничего интересного нету. 106 в этом рейтинге. Да, ходил. Дичь полнейшая. Премиальные кумиры. Давайте подкрываем чуть паки эти. А вдруг еще отсюда сумею выбить карточку 110-ю. Это будет просто разрыв. Бразилия. Эдера карточка. Здесь 109-й, 110-й карточки тоже выпадают, поэтому стоит открывать. Друзья, напоминаю то, что донат можно сделать через меня. Ссылка на мой канал и на мой магазин находится в описании. Так, ЦЗ, ЭДР, основа карт. А нет, тяга, сильвы карточка выпала. Так, и последний пак мы откроем. Жаль, конечно, то, что на премиального кумира не хватает, но мне кажется то, что выпуск вышел просто разрывным, друзья. Друзья, обязательно подписываемся на меня, ставим пальцы вверх и пишем комментарий вот там вот внизу. Ну а с вами был Крыса Ваш Влад Капуста. Всем вам до скорых встреч и всем вам пока!